Тем же играют в сквош. Сквош играют вот таким вот резиновым мячиком. Этот мячик может быть четырех видов. В нем внутри специальная смесь. При разогреве этого мячика он начинает чуть-чуть лучше отскакивать. Сам по себе мячик, он маленький, похож на теннисный, только резиновый. Он плохо отскакивает, для того, чтобы при сильном ударе он далеко не улетал и быстрее бегали игроки. То есть шарик может быть с одной синей точкой, с одной красной, с одной желтой и с двумя желтыми. Если мячик с синей точкой, он лучше всего отскакивает. С красной на 30% меньше отскок. С одной желтой — это для игроков среднего уровня. Если с красной и с синей — это для начального, то желтый — это уже средний и про уровень. Желтая отскакивает, с одной желтой отскакивает лучше, с двумя желтыми практически не отскакивает. Самый хуже отскок. То есть выбирайте.